Всем привет, меня зовут Анастасия Загорская, я стилист имиджмейкер и сооснователь школы модных профессий, и я рада приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я хочу рассказать вам про такую базовую вещь, как простая белая футболка. Итак, белая футболка – это вещь очень простая, универсальная, как раз то, что нам и нужно для базовой вещи, потому что она очень легко сочетается с любыми вещами гардероба. Для начала давайте разберемся, как выбрать белую футболку. Первое, на что нужно обратить внимание – это фасон. Нам нужно, чтобы эта футболка сочеталась со всеми вещами вашего гардероба, а значит, она должна быть максимально простая и лаконичная. Выбирайте прямой, чуть притальный или чуть объемный фасон, такие футболки будут смотреться лучше всего в формате базового гардероба. Также обязательно обращайте внимание на состав. Чем больше в составе натуральных волокон, тем лучше. И третий пункт – это вырез. Лучше всего смотрятся V-образные вырезы, они визуально вытягивают фигуру. Также хорошо смотрятся классические круглые вырезы. Купить такую футболку можно как в дорогом, так и в бюджетном магазине. Потому что если вы изучили состав, и она натуральная, то в принципе служить она вам будет одинаково долго, неважно, дорогая она или дешевая. И как альтернативу вы можете выбрать в качестве базовой футболки черную или серую, или, например, сразу все три, если вы любите футболку. Но из них они будут служить в гардеробе вам во многих комплектах. Теперь я расскажу вам пару вариантов, с чем можно носить базовую белую футболку. Понятно, что она будет сочетаться с чем угодно. Как она прекрасно будет смотреться с простыми повседневными вещами, как джинсы и шорты. Также она будет отлично сочетаться и, например, с какими-то деловыми вещами. Вы можете надеть ее под не совсем классический костюм или, например, в сочетании с жакетом и юбкой-карандаш. Также большой плюс простой футболки в том, что вы с ней можете носить нарядные вещи. Даже какую-то золотую юбку в пайетках простая белая футболка адаптирует для повседневной носки. И теперь давайте посмотрим видео с подборкой комплектов с базовой белой футболкой. Я рассказала вам про такую базовую вещь, как белая футболка. Надеюсь, это поможет вам в формировании вашего личного базового гардероба. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии и до встречи в следующих видео. Пока!